Окей, ребята. Короче, так как дети есть, в Америке запрещается курить в публичных местах, то я курильщик. Ушел, короче, в лес, чтобы покурить себе спокойненько. А это все то же место. Это Island. Блять. Как это по-русски? Остров. Остров. Посредине озера, короче. Тут далеко некуда скрыться. Кругом. Я не знаю, за деревьями будет видно или нет. Все, что это пробел, вы видите, это озеро. То есть слинять практически некуда. Единственный выход — скрыться от детей, так уйти в лес покурить. Но возвращаясь к общей теме. Тут, короче, cabins, они по-американски называются. Вот такие вот. Люди их рентуют, отдыхают, короче, зависают. Вот еще одна. Обслуживающий персонал поехал. Они мусор забирают, все, чтобы все было чисто. Чтобы, ну, не то, что проблем не было. Проблемы люди стараются сами не создавать их. Все стараются на уровне алкоголя держаться прямо и ровно. Возвращаемся, короче, вот это ладжи, вот это, что вы видите, из дерева построенное, как в Сибири дома. Тут это очень дорогие постройки. И оно примитивно, да, построено, все сделанное, но внутри там лакшери просто пипец. Как видите, дети играются. Все чисто, пострижено. И кто говорит, что я могу курить где хочу в Раши, тут-то нет. Ну и благодаря этому тут-то чистота и порядочек. Это, кстати, палатка, где завтра будет бракосочетание на улице. И там, если видите, масса людей. Сегодня бесплатно пищу раздают, напитки алкогольные и все такое. Короче, толпа гуляет. Все подогревается к завтрашней свадьбе. Тут, если видите, вот эти штуки, это крикет игра. Может, сегодня будем в нее валить, может, завтра. Это обслуживающий персонал пошел. Все хорошо, все спокойно. Никто не бузит, ничего. Да, все отдыхают там, а все громко говорят. Как говорится, алкоголь делает нас глухими. Но мне что нравится, то что, уважая закон, который тут сделали, благодаря этому тут чистота, порядок. Нигде мусора нету, ничего. Все отлично, все красиво. И ты приходишь, у тебя душа наслаждается. И когда уходишь ты с этого места, ты стараешься также оставить это место чистое. Так же, как ты пришел, и даже лучше, если честно говоря. Потому что, возвращаясь на то же место, ты не находишь, ты не захочешь наступить в ту кучу говна, где ты посрал когда-то, наплевая на закон, блин. По пьяни можешь и забыть. Так что, ребята, вот это вам Америка, вот это вам состояние, вот это вот люди ходят, гуляют. Все наслаждаются, все красиво, все хорошо. Честно говоря, это как райский уголок на земле. Так что, ребята, делайте выводы. Когда вы плюете жвачки, выкидываете бычки, бутылки пустые в кусты, и думаете, никто не заметил, и вы самые умные. Наше поколение растет, и вы для них это говно оставляете. Тут даже вот я вот приближу на камере, посмотрите.
Видите, скворечник. Даже для птиц сделали, чтобы пташки тут ожили спокойно, наслаждались жизнью. И я Библию прочитал, и, как говорится, тысячелетнее царство, что люди и звери живут в гармонии. Ну вот это вот тут и происходит. И это всего лишь быть человеком, быть цивилизованным. Мы не должны быть, как те звери, срать и ходить по одному и тому же полю, блин. Звери посрали, это все, бля, превратилось в навоз, перегнило, травка еще лучше заросла, вся фигня. Но когда вы кидаете бычки, бумаги, бутылки пластиковые, стеклянные бьете, это вас героями не делает. Вы всего лишь говно и неуважение к своему будущему поколению. Всего лишь.